Так, ребятки, давайте посмотрим видосик, мой очень старый видосик, вот, по коре. Может быть, что-то поменялось, я, может быть, открою билдик, вам покажу, что там поменялось. Вот, ну, надо будет сравнить, короче, ну и послушать мой кринжовый голос Drake на видосе. Stay safe, X9, Mono X100. Спасибо за ману, вот, кто кидает. Приветствую всех, кто зашел на это видео. Сегодня я расскажу, как я хожу коры на арбитраж. Толстой Сега, да, ну. Stay safe, X1, давай, подожди, тебя посмотрим. И мы погнали. Оу. Ничего себе. Вау, вот это интро, ребят. Кора является отличным варфреймом контроля. Это так. За счет своей четвертой способности, удушающий купол, она создает купол, который подвешивает врагов и лишает их дыхания. Вот так вот. Поэтому там написано было. Поэтому я так и сказал. Перехваты и раскопки. Да, перехваты и раскопки нормально. Я беру на выживание. Выживанием, так как да, у тоже хорошо. Способности есть аугмент, 228. Ворующий удушающий купол. Встал и начал пилить видос. Legacy Rebound. Кринж голос. Да, спасибо. Вот. Тут сейчас я немножко отмотаю назад и немножечко скажу. Возможно, в видосе было непонятно. Вот. Здесь просто появляются моды, да, всякие, которые я поднимал. Аугмент. Ворующий, удушающий. А куб, вот когда я говорю про какие-то моды, они тоже тут появлялись. Шанс пропа с подвешенных врагов на 65%. Стоит отметить, что одна кора может поставить два купола одновременно. Также ее можно взять на оборону. Два я хожу другим стаком. В каком-нибудь из следующих роликов Сега. Я об этом лучше расскажу. Вперед промотай сразу на титры. Нет, спасибо. Спасибо, да, что поддерживаете меня, ребят. Сыка, троллит меня тут. Что я хотел сказать, я взял и сбил. Да-да. Взял и сбил. Хотел сказать, что на оборонке, имеется в виду оборонки арбитража, я там показывал потом, как я ходил. Но каким же образом надо будет... Кора может выживать на месте арбитража более часто, не падая? Вот так вот, да, каким же образом? Думаю, по оборонке надо еще будет видосик записать, там же и мы по-другому уже фармим, нам уже не актуально то, что я выкладывал до этого, тоже потом посмотрим. Ответ в ее третьей способности — Винари. Это личный питомец Коры. С помощью аугмента телохранитель Винари, Коват Коры будет умирать вместо своей хозяйки. Однако откаты возрождения Винари увеличиваются до 150 секунд. Но это время можно сократить убийством врагов. Я про это иногда За забываю. За убийство время до возрождения уменьшается на 4 секунды. Ну что вы сразу Legacy троллитесь? Rebound. Давайте теперь перейдем к билду. Давай. Че, сравним, ребят, билды? Legacy Rebound. Sub PPRE. Сравним. А, куда я зашел? Я не туда шел, я в моды зашел, да? Вы тут все танцуют у меня. Crazy Frog. А, давайте, так. Кора. Кора, Prime вообще, давайте Prime. О, какая. Да. Кайфушки. Так, излучение жизни. А, уверенность только там есть? Ну-ка. Уверенной стойки нету, потому что ее у меня на тот момент, возможно, еще не было, либо я не играл с АУЕ дамага. Хотя вот лук торчит, я не знаю, как я играл. Но, видимо, я как-то играл. Улучшение так. Жизни увеличит запас здоровья на 90%. Живучесть Умбра и адаптация также увеличат нашу выживаемость. Ага. Хитрое течение, растяжение и перенапряжение увеличат дальность действия купола. Да-да, так, давайте. Значит, получается, я от хитрого течения избавился, поставил уверенную стойку, чтобы не падать, чтобы было удобно. Вот, живучесть, адаптация, да, где? Вот, адаптация, ну, телохранитель Винари, естественно. Излучение жизни, это все осталось. Ну, стражик тоже нас немножечко сейвит, тут броню добавляет. Перенапряжение, растяжение, там, ворующий удушающий купол. Непрерывность там есть, да? Да, а тут есть страж, благодать. Благодать я поменял. Благодать я поменял на зарядку. Ну, просто для удобства. А, ну еще я даже добавил диспенсарий, и вообще, чтобы маны было, прям завались. Максимально комфортно играть. Можно даже что-то и поставить обратно, даже благодать, я думаю. Вот. Прайм повысит запас энергии.
А, поток. Поток. Я аугменты. Дразнишь. Зачем умбра живучесть, пупу? Если просто живучесть такое же пол выпадает как заменить. Отдельный мод? Не столько же. Смотри. А, или столько же. А, не знаю. Влезло просто, ну как бы больше нечего тут. Понимаешь, у меня все влезает. У меня всегда все влезает. Я тут сколько полярок-то поставил? Это 5 полярок. Не знаю, мне нормально. Ну, вообще, мне... О, блин, сейчас. Вообще, у меня не зафулен он до конца. Вот. Я, видимо, никогда его не фулял. Это когда я начал играть, и вот так вот его оставил, и так вот и всю игру. Уже 4 года его не фулял. Это мне хватало... Не знаю, все время влезало вот это вот. Все время хватало места как-то. Поэтому, Crazy почему бы и нет там же... Живучесть Умбра, в отличие от простой, дает сопротивляемость Тау. Да, это вообще, это прям Тау-Тау-Тау, очень надо. Тау-Тау-Тау, надо 3 Умбра мода, чтобы было Тау-Тау-Тау. Может, из-за этого? Да нет, это бесполезно, если честно. Просто поставил, потому что влезло. И тут тоже влезло. Модами, как охват предвестника. Здесь вообще 3 полярки, ребят, стоит. Дроздиши, очень важно, 11 сопрота Тау. Да-да-да. Тут не стоит полярки этого ауры. Дроздиши, конечно. Полярки ауры не стоит, вот, чтобы менять там эту мод ауры. Ну и, возможно, еще что-то у меня там стоит в этом. А, я, может быть, переполяривал в Prime версии коры, потому что там свои полярки. Прямо так, это подождите, это вместо чего? Идете не на выживание. Так, еще последний раз. Последний мод можно заменить, если вы идете не на выживание. Да, заменить можно, но примеру, я не меняю. Такими модами, как охват предвестника, сообщение предвестника, решимость гладиатора. Это или так. Щит гладиатора. Ну, или щит можно заменить другими. Там уже многими другими модами. Например, например, как его? Джугу или что-то? А, панцирь, вот. Панцири вот эти вот, они добавляют больше брони и Чердак еще и хп. 21. Халява, приди и бустик мне принеси. Ишь, чего захотел. Ну и что там дальше? Модами на ваше усмотрение. Мистификаторы страж и благодать увеличат выживаемость кора. Да, благодать это если не хватает выживаемости, хотя вот мне хватает. И там... школа оператора. Сталь, я беру нарк, всегда страж. Зимурик, чтобы пополнять себе энергию. Толстой Сега, где тироиды фармить? Скоро разобрались. В долине сферы как бы прям выходишь наружу и фармишь в определенных местах. Насчет чего там? Насчет школ то же самое, все там особо ничего не поменялось. Теперь идем к билду на Винаре. Винаре, кстати, да. Вот тут у меня вообще билд даже не законченный. А, стоп, на Винаре, ё-моё, а я что забыл? Подождите, а я забыл правильской Винаре поставить моды. Ё-моё! Билдим, походу. Ладно, сейчас. Надо будет поставить. Вообще, билд, ну, наверное, не сильно поменялся. Тут связь брони, здоровье, это живучесть. И вожак, кстати, тоже живучесть. Это для удобства, обнаружения всяких штук. Тех штурм тоже живучесть. Это живучесть. Ну, все на живучесть, короче. Это чтобы... Это надо тут вообще? Мне кажется, тут не надо. Кровотечение. Винари она аж падает. Нет, подождите. Винари, когда умирает за место хозяина, вместе с телохранителем Винари, вроде бы ее нельзя поднять, поэтому мод на Лука, вот этот вампиризм не нужен. Нет, я попозже выдам. Синт-волокно... Тут связь брони на обычную лучше заменить. Сейчас брони на обычную. Ну, возможно, да и так вон 600 нормально. Всем ку. Привет. Так, синт-волокно, ну тоже там живучий вроде бы, да, броню. Компаньона, ага. Да, ну сферу здоровья вы поднимаете, броню компаньону поднимаете тоже. Вот, то есть, ну, вампиризм вот этот вот надо заменить. Синт-волокно, вожак стоит прайм, связь. Да, кувалда здесь не нужна. Восстановление охотников и тех штурм увеличит. У меня уже как бы больше, чем на видосе. Тут 570, там у меня 600. А если у праймерской коры, то еще будет больше. Но это неплохо. Там где-то 700-800 будет брони. И почему бы и нет. Давай проверим.
Обычная броня сейчас. Обычная броня. У меня не факт, что... А, ну есть туда. Одна фигня. Ну совсем там на 40 единичек фигня. Дроздишь. На праймерской будет еще больше. 900. Нет, ну это, наверное, фуловый. Ну у меня как? У меня он почти фуловый. Обычный мод не добавляет прям столько много. Как бы, у тебя этот мод фуловый? Если да, то я думаю нормально. Типа, ну ты должен сам увидеть эту разницу. Crazy Frog, Огрис же сейчас в рассвете. Ну, Огрис, как и Брама, да, очень хорошие оружки. Вроде даже на Огрис сделал тоже билдик, но это потом. Так, Дроздиши, а кувалда повысит урон. Ну, на 40 единиц. Всего лишь. По крайней мере, у меня они одинаково прокачаны на 9 из 10. Я поэтому и говорю. Больше на 40 единиц. Очень важно. Я говорю, у Праймерской будет еще больше. Сюда можно вставить замах, наточенные когти и укус. Ну, это не обязательно, но дамаг, типа, почему бы и нет. Вот, особенно укус, прикольная штука. А, можно еще там какие-то моды Crazy прикольные поставить. С первой попытки выпал, а, и да, но я ищу другое. Я обещал показать свой билд на Никор, поэтому вот. Ну, на Никор мы не будем сейчас рассматривать, это старенькая уже пушечка, я особо не менял там. И на этом все. И на этом все, понятно, окей. Ну, получается все, вот. Что тебе... Что изменилось, то изменилось, вот. Просто заменить вот этот мод можно было бы. Вот. Но если есть желание, меняйте как бы броню, очень важно. Типа, а, у меня тут на 2 не прокачано. Но я проверю потом, я сейчас не хочу энда на это тратить, вот. Так что да, если что, меняйте. Как бы не особо много тут разницы, как я вижу, будет. Вот, а так можете еще что-нибудь поставить сюда. Потому что, ну, я буду ставить, скорее всего, в праймерскую кору. Здесь уже, ну, в Винаре. Вот, здесь уже не буду. Здесь уже не буду на ней играть, скорее всего, на обычной. Вот. Когда-нибудь буду расчехлять. А так она выглядит точно так же вроде бы у меня, как и раньше. Так, ладненько.